Привет. Я не знаю, как здесь оказался, просто я просыпаюсь, и у меня просто вся голова окровавлена, я рукой ее обтирал. У меня вся рука уже прям тоже до крови. Вот, я не знаю, где я. Я в этой комнате оказался. В общем, я понял из этих двух книг, что надо найти какую-то кнопку. Я не знаю, где она может быть. Давайте поступим ее искать. Вот, вы можете заметить мою руку, она очень-очень окровавлена. Ну ладно, давайте будем искать эту кнопку. Я думал, где-то за картинами. Или, я не знаю, где может картина это быть. Может, в сундуках? Ой, извиняюсь, какая картина? Опаня. А что, неплохо, мне нравится. Давайте оденемся немножко. Ну, в принципе, и то хорошо. Пуховичок хоть есть. На такое, у меня какое-то плохое очень предчувствие. Я не знаю, что со мной. Как я здесь оказался? Я только помню, что просто гулял по городу, да. Там ел мороженое. Как будто выходной был. Я не знаю, какой день. Просто помню, что был выходной. И вдруг бац, и все. Так, что такое? Никита очень такие странноватые. Дайте попробуем боксом этих. Капец, это что, выход? Это вся ваша кнопка? Давайте, этой рукой вообще так плохо. Еле сломал. Так, я не понял, это что такое. Давайте попробуем сломать. Не могу, вообще плохо. Я не понимаю. Я потом понял, что кто-то у меня по башке очень сильно треснул. Это склад. Нет, всё, точно мне все не надо. И дальше, по-моему. Там склад просто сундуков, кажется. Я понял, что что-то мне говорили. Как бы меня кто-то за плечо схватил, да, и как бы сказал, ну что же, готов? Я такой, как он, собственно, готов? Здесь есть только одна комната, из нее лучше не выходить, они сказали. Я сказала, из какой комнаты? Получается, и в эту, и в ту комнату не надо входить, здесь просто должна быть кнопка. Это все ваши дела. Он сказал, вот здесь можно как-то забраться. Вот так. Вот так. Я не могу, просто у меня все болит. Я сам в шоке. Кстати, я умею свет включать. Ну ладно, сломаю, только так надо. Ну ладно, я пошел будет дальше. Мне надо найти эту кнопку. Он сказал, надо искать в этом здании. Я не знаю, что. Как, где. Ну что ж, продолжим искать эту кнопку. Я не знаю, где она может быть. Я просто ничего не знаю. Может быть, надо вот эти сломать, но они вообще не ломаются. Они жутко ломаются. Давай, прошу, ломайся. Не могу, руки все окровавлены. Давай. Да где же эта кнопка может быть? А что если... Подождите. А вдруг она за флагами? Я открывал кнопку? Не понял. Так, подождите. А желание флаг ломал? Опа-на! Броня, броня, броня! Все, она моя теперь. Такая как бы тоже денег стоит. Алмазную меня точно тут не найти, но все равно такая тоже денег стоит. Маленьких, но стоит. Мне эта забава как бы начинает потихоньку нравиться, потому что
Я не знаю, что это такое, но мне как-то это... О, я, кажется, я нашел. 15-й. Водка. А почему нам ее не взять? А, я не могу, у меня просто все руки болят. А, эти водки, господи. Надо выкинуть картину, они просто меня бесят уже. Здесь так много картин. О, ужас. Я не любитель живописи. Давайте куда-нибудь сюда вот выкинем. Все, пусть валяются картины. Я, кажется, знаю, где надо искать, но не знаю, куда ставить. Они могут везде быть. Я не понимаю. Просто все ужасно болит. Как меня сюда затащили? За что меня сюда посадили? Извиняюсь, посадили. Ну да, и посадили. Потому что, не знаю. Просто мне все снится, но раз это сон такой, мне должно пройти. Я просто обязан сон пройти. Давайте сломаем эту листву. Ужас. Это может быть. Эта кнопка может вообще находиться. Капец. Вот эта картинка вот такая прикольненькая. Вот кто может в описании дать, что это за картина такая? Вот я знаю. Ну, в школе такой чат соло говорят. Кнопка? Я просто хотел водку поймать. Где я проснулся? Что это? Это сон? Алмазные блоки! Черт! Чем я их буду ломать? Черт, у меня ничего нету. Блин, какие же это алмазные блоки, сколько же они денег стоят, блин. Ладно. Я как понимаю, надо найти эту кнопку. Блин, мне нужны алмазные блоки. Блин, что это все может значить? Странно. Ладно. Это должно быть логическое объяснение. Закройте на дверь. Так, что была за надпись такая? Подождите. Так. И это было... Это все, это конец? Но как? Неужели я погибну? Что за... Нет. Извините, Локи, я должен сюда выбраться. Я должен спасать все, что у меня есть. Я должен делать такой подкоп. Я буду делать все, что в моих силах. Давай. Нет, я не могу здесь остаться, я не могу здесь остаться, нет. Давай, Стаси, прошу тебя. Может, я скажу, может, я ничего не могу сказать. Нет, у меня ведь ничего нету, как? Нет, прошу, не надо. Я должен это сломать. Давай, я должен это сломать. Рука, я не могу. Давай, да. Это конец? То есть... Это... Что происходит? Все болит! Так, подожди. Вот это да! Я не понял, что только что сказал. У меня просто что-то вырвалось.
Я не понимаю, что у меня вырвалось. Я просто, да, спустился, и вдруг, что случилось? Я, если честно, не понимаю, что происходит. Ладно. Ладно. Я не понимаю, зачем я это выкрикнул.